Традиционно 10 ноября ассоциируется в первую очередь с советским периодом. Между тем, правоохранительные органы нашей страны имеют куда более продолжительную историю царского времени. Роман Быков поинтересовался, чем полиция императорского времени отличалась от современной. Официально полиция на Тверской земле появилась в 1776 году при губернаторе Сиверсе. С учреждением наместничества возникла необходимость в постоянных сотрудниках правопорядка. Причем их штатное расписание зависело вовсе не от численности населения в уезде, которого в губернии было 12. Они нанимали, либо избирали столько полицейских, сколько у них было денег, финансов на город. Вот. Самое большое количество полицейских было здесь, в городе Твери, их было 25. Минимальное количество полицейских было в городе Корчева, который сейчас на дне Иваньковского водохранилища, там было их 4. За все время существования царской полиции там было немало должностей, названия которых вряд ли что скажут современному человеку. Сотские, десятские, становые приставы, урядники, околоточные. При этом начальником над всеми был губернатор. Однако офис, говоря современным языком, у городовых был свой. Дореволюционное здание полицейского управления в Твери не сохранилось. Оно находилось вот там, за моей спиной, где сейчас находится проезжая часть Тверского проспекта и примыкало вот к этому трехэтажному жилому дому. Причем на месте углового здания банка, где сейчас банк находится, располагалась пожарная каланча. Ничего удивительного. Ведь еще буквально 20 лет назад и пожарные, и правоохранительные органы находились в одной структуре – в МВД. Особый интерес представляет вооружение царской полиции. Тогда бы обзавидовались экипировки не то что нынешнего ОМОНа, то даже рядовых полицейских 21 века. А ведь в 18-19 веках правопорядок защищали вот с такой шпагой в руке. На изменения пришлось пойти только с 1879 года. Появляются народовольцы, всевозможные революционеры, которые по сути своей являлись террористическими группировками. Вынуждено было правительство перевооружить полицию. И она заказывает в Соединенных Штатах Америки вот такие вот револьверы Смит и Вессон, такие вот большие, и драгунские шашки, вот она. Правда, в отличие от американских шерифов, русским городовым приходилось очень редко разряжать барабаны своих Смит и Вессон. Ведь во всей Тверской губернии в год могло фиксироваться лишь 500-600 преступлений, из которых больше половины – это подкинутые младенцы. Это нынешняя статистика за неделю, вздыхает Владимир Потапчик, называя, пожалуй, основную разницу между нынешними и царскими полицейскими. Сейчас следят за правопорядком, а при царе – за благочинием. То есть, чтобы граждане выглядели опрятно и вели себя достойно.